Камеди, надавил. На больное. А я предлагаю, может, с музыки начать объединиться? Как Д'Артаньян говорит. Давайте, приканалья. С музыкальной паузы предлагаешь сделать? Да, я... Да. Про 14 февраля фристайл. Сможете? А может, музыкальный плей, а не паузу тогда? А? Саша, а ты вообще часто так вообще... Предлагаемые обстоятельства просто предлагаем. Ну, конечно, а что вы там, по заготовке, по бумаге? Значит так, вы в космосе. У вас, значит, полетели. Кончается кислород. Да, и тут начинается 14 февраля уже. И марсиане. Вы поимпровизируете что-нибудь. Марсиане, да? Не, мы можем, в принципе, да, Андрюш? Да, мы можем, в принципе, но просто, не знаю. Просто, видимо, никто не просит. Давайте попросим наших замечательных чемпионов исполнить гимн. Аплодисменты, друзья. Поимпровизировать, попробовать немножко. Ну начнем, ладно. Начнем, попробуем. For season drop below and I'm be here. I saw a crab and I been throw him a stare. You give a love and see, I don't know what to me. I fuck a drummer, half a loaf, tippy trebizine. I don't know where they go, I wouldn't know my sure. You feel them not be time, let it go. You trip and not be dry, I don't know why. Now, see the la 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 la. You wanna triple E? I'll go forward, drop a hop. You wanna lay it in a hole, I know. My sins are cut to life and always dropping out. You know I think your life will trim. А теперь попробуем импровизацию на трубе. Причем для 14 февраля непонятно. Ну, короче, вообще, я не понял, почему. Нет, все понятно, все причем понятно. Причем какая-то грустная песня про одинокую девушку, которая ходит на рынке стоит и продает. Вечером, Вахтанг стоит и продает валентинки. Она продает валентинки, а сама одинока. Что продает? Она продает валентинки, вот эти открытки, сердечки, а сама одинока. О, запомни эту идею, это отличный сценарий для фильма. Ты хороший режиссер, я чувствую, стоп. Клипа. Ай. Клипа. Ой, режиссер хороший. Я аж забеспокоился уже немножко, что тут происходит. Что тут происходит, трэш, да, помню? А где наша еда, кстати? Я очень хочу есть. Где наша еда, действительно? У той девушки. Где? Ты обещал нас накормить. Продает валентинки. Я хочу мясо. Где мясо? Мясной борщик в студии. Мяса нету, хотите хлеба? У нас этого хлеба, ну просто завались. Слушай, Пушкин, вот он да? Смотрит, созерцает, мне кажется, он рано или поздно что-то выдаст жестко. А я думаю, что он просто сейчас анализирует. Я прямо смотрит, я чувствую, энергия накапливается, сейчас что-то исполнит. Удар справа. Ребят, у меня вообще очень сложная, как бы, получается, роль сейчас. Во-первых, я должен за вами за всеми следить, вы понимаете? То есть я то сюда смотрю, здесь Шаляпин очень быстро. Аккуратно, а то так бах, айпадика нету. Я сижу, кстати. Когда я сижу, я нормальный. У меня сложная ситуация. Тут Саша очень быстро говорит прямо. Для меня это перемотка прямо. Тут ребята очень громко поют. То есть
Нет, но очень здорово вообще. А здесь Крис Кельми. Из 80-х. Со шнуровым микрофоном. Нет, меня последний раз сравнили с Еленой Батуриной. Когда вот так вот... Что-то есть. Слушайте, мы говорим, а почему, кстати, 14 февраля? Что за тема? Я не знаю, я просто предложил. У нас вроде лайв. Кто вообще это придумал? Просто зритель в интернете недоумевает. Сегодня 28-е, а он думает, почему вечеринка приурочена к 14 февраля. Нет, я просто подумал, может быть, вы кому-то поможете избежать походов в открыточный магазин. О, они просто подарят наш диск, надо, и все. Надо идти в секс-шоп обязательно, то есть 14 февраля. Я просто историю расскажу. Была история недавно, я зашел в секс-шоп. Да. Не по ошибке, то есть я целенаправленно шел в секс-шоп. Нужны были попперсы? Была задача. Не, ну прекрати. Попперсы, это ж 80-е. Это ж 80-е. Ты что? Шел, ну, мне было интересно. Зашел в секс-шоп, удивился. Не стоит на месте промышленность. То есть последний раз, когда я был в секс-шопе, все было гораздо на более примитивном уровне. Я понял, что реально люди работают, кто-то реально сидит. Кто-то сидит и думает, так, секс в опасности, надо что-то изобретать, надо что-то изобретать, чтобы куда-то вставить, чтобы откуда-то что-то полилось, то есть люди думают, реально изобретают. И я обнаружил очень интересный экспонат. Женская попа. Серьезно, женская попа, да, да без ног, да без рук, просто попа, но, друзья... Там, я думаю, много... Я все опции не смог... Дамы и господа, не попа! Смог посмотреть. Попу в студию ты имел в виду? Нет, она стоит 15 тысяч, я не осилил. Так вот, попа... Нет, за 15 тысяч просто плоская попа в 2D. Лист бумаги просто нарисованная. Кто-то крикнет, я третий! Здесь появились спонсоры на то изделие, которое интересуется. Не, вы приходите домой, он говорит, что хотите, чай, кофе, виски, попа. Хороший гостеприимный хозяин. Нет, вы понимаете, там нужно надувать. Это 15 тысяч рублей, это не лодка, это попа, она настоящая, то есть если закрыть глаза и трогать ее, да, и не пытаться найти ноги рукой, ты реально можешь, если есть воображение и 15 тысяч рублей, и тебе не хочется никакой нервотрепки дома, да, чтобы тебя никто не пилил, когда ты приходишь с работы. Не надо, она настоящая практически. Ты ее... Не надувая. Мясная! Да, там мясо внутри, ты понимаешь? Там кровь течет. Это раз. Во-вторых, говорю, друзья, что ты нормальный, друзья, очень важно. Ой. Человек интересуется размером попы. Это уже потребность, значит, есть. Я думаю, там есть вариации. Я видел то, что мне подходит. То есть, Ты что-то купил в этом магазине или нет, в конце концов? Я думаю, ты думаешь, зависит ли цена от размера? Не, ну как обычно, поменьше, среднее, long, там, big version. Детская, для детей. Для ремня. Опа. Ну, вот, понимаешь, да. Ты видишь, что такая тема как сразу пошла в народ? Тебе какая нужна? Слушай, ты задел реально вот кто? Вот такая. За 25. А вообще, я думаю, можно и на заказ вот так вот, если что, ну. Если кому-то надо, прям, ну. Слушай, очень актуальная тема, как я понял. Капитализм. Нет, можно не то, что на заказ, можно просто из двух обычных поп сделать одну большую. Да, там будет 4 половинки. Да, не стандарт. Но зато большая. То есть... Зато четверть
и по 5. Ну там были маленькие. Попа трансформер. Да, но это большие. Попа трансформер, получается. По 5. Это маленькие, такие прям, ну, но по 3. То есть 14 февраля, в принципе, можно сделать и праздником. Можно и одному, в смысле, отпраздновать.